Давайте позовем. Девчонки и мальчишки, с Новым годом поздравляю, всем здоровья вам желаю. Дедушка Мороз, наши детки тебя так ждали, и специально для тебя приготовили стихотворение. Дети, прочитают стишки Деду Морозу? Да. Я с удовольствием послушаю. Ты будешь стихотворение? Не, не буду. Слушай, выходи. Деда Ним. Давай, Ксюшенька, читай. Милаша? Даниильчик, иди ты прочитай Дедушке Морозу скорей. Ижи, умничка. И Даниильчик прочитай тоже Дедушке. Дамочка, иди сюда. Становись. Давай. Золотые шарики, наша елка, высота достает до потолка. Ну что, Дедушка Мороз, тебе понравились наши стишки? Очень понравились, молодцы, ребята. Ради праздничного дня есть сюрприз и у меня. Я конфеты оживляю, девочек их превращаю. Много конфеток, выходите и свой танец покажите. Конфетки, девчоночки, все выходим на середину, мальчики сидят. Девочки, выходим. Подарки, Дедушка Мороз, ты приготовил? Ну, конечно, приготовил.
всего ждут подарков, которые будут сегодня подарены детям от Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса. В городе Харькове уже многие годы на Новый год дарили подарки школьникам 1, 2, 3 и 4 классов. В этом году все малыши детских садиков города Харькова тоже получат подарки, которые им вручит Дед Мороз и Снегурочка. Будем надеяться, что это станет хорошей традицией в нашем любимом городе. Поздравляем вас с наступающим 2017 годом. Желаем, конечно же, семейной теплоты, улыбок на лице, мира, счастья и просто хорошего настроения. Вот там. О, и держи. Какую банку?